Здравствуйте, меня зовут Артем Василенко, я из Украины, живу в городе Зеньков, Полтавская область. Еще с ранних лет я увлекался животными, читал книги, журналы, смотрел документальные фильмы о животных. На данный момент животных я снимаю сам. Все началось у меня в 2008 году, 28 декабря, когда в первый раз меня взяли охотники знакомые с собой на охоту, и я взял с собой первую мою видеокамеру Panasonic, еще кассетную VHS. На эту камеру я снимал охоту больше года. В конце 2009-го, начало 2010-го года я решил перейти к теории и к практике. Я первый раз взял фотоаппарат свой Sony CyberShot, маленькую мыльничку, и вышел с ней в лес, чтобы не только увидеть животных, а прежде всего изучить их повадки, места обитания, следы, увидеть их лёжки, погребы, метки. Изучить их ареал обитания, суточную активность. Кроме этого, еще изучал лес. Подавляющее большинство съемки я веду с подхода. Реже снимаю из-за сидки со штативом. Съемку всю провожу на фотоаппарат Nikon D5100 со штатным объективом IFS Nikkor 1855. Так как эта техника с таким объективом не позволяет мне зверя снимать даже на дистанции ближе, чем средняя, приходится к зверю подбираться очень близко, и мне пришлось еще и учиться подкрадываться и подбираться к зверю на очень короткую дистанцию. Снимать стараюсь животных как в своем регионе, так и в других регионах Украины. Кроме этого, еще снимаю животных за рубежом. Вот. Одни из последних стран, где я был, снимал животных, это была Литва, Чехия, Финляндия, снимал в Эстонии. Первыми объектами моей съемки были косули. Но кроме косуль, кроме крупных животных, я еще пытаюсь снимать и каких-то более мелких животных, таких как лис, куницы, бобры, норки. Кроме них, я пытаюсь еще и снять всех обитателей леса. Я люблю всех и потому снимаю и насекомых, птиц, пресмыкающихся, земноводных, ну и всех-всех, кто может попасть ко мне в кадр на вот такой фотоаппарат с таким объективом. С 2014 года у меня на YouTube есть свой канал. Он так и называется, Артем Василенко. В дальнейшем планирую снимать как в Украине, так и за ее пределами в других странах. Хочу попробовать поездить по заповедникам. Хочется приобрести профессиональный фотоаппарат с телескопическим объективом, чтобы была возможность у меня снимать зверя и на дальней дистанции. В завершении хочу пожелать всем тем, кто только начинает себя пробовать в съемке животных, фото или видео. Желаю вам всем новых свершений. Будьте настойчивы, любите свое дело, любите природу. У вас обязательно все получится. А тем, кто уже достиг каких-то вершин, я хочу пожелать подняться еще на ступень выше, стать на уровень выше. Хочу пожелать вам побольше редких кадров, редких животных. И хочу напомнить всем, друзья, любите природу, цените ее, уважайте, берегите и всячески приумножайте ее.